Была проблема одна, появилась другая. В столице проезжие части наконец очистили от снега, но водители сталкиваются с другой напастью. Снежные глыбы все еще остаются на обочинах дорог. Это мешает движению транспорта, так как место в итоге сократилось на целую полосу. А когда рядом паркуются машины, для проезда остается еще меньше пространства, что создает заторы. У властей есть пояснение. Подробности расскажем далее. Banda pe care de obicei se parcau automobilele este acum impracticabilă. Vedem aici mormane de zăpadă care nu au fost evacuate, astfel că parcarea s-a mutat cu câțiva metri mai aproape de banda din mijloc. Это Московский проспект. На Рыжкановке через неделю после снегопада водители говорят, что поскольку не могут проехать по снегу, вынуждены парковать свои авто рядом, занимая значительную часть проезжей части. Таким образом, у остальных участников дорожного движения осталось полторы полосы. Дальше никак не прижмешься. Там снег, там... Просто горы снега. А как припаркуешься? Должно почистить. Давно уже не чищено, вот как заметили? Или вообще не чистили, когда снег был? Нет, с тех пор, как выпал снег. Припаркованные машины, в свою очередь, мешают общественному транспорту. Буквально сегодня днем троллейбусы 10-го маршрута хотели с получасовым опозданием, поскольку с трудом объезжали авто. И такое сплошь и рядом, утверждают водители. Заблокировано практически два троллейбуса. Сложно передвигаться. Слетают штанги. Устанавливаем обратно, едем дальше. Каждый день так, пока снег не исчезнет. Уберут или растает? Скорее всего, растает. Нелегко и пешеходам. На остановках приходится преодолевать огромные кучи снега. Бардак полный. Невозможно нормально сесть или выйти из троллейбуса. На остановках огромные глыбы, а снегопад был неделю назад. Было бы неплохо, чтобы их убрали. Ладно я, но есть немощные с детьми, которые не могут пробраться через них. Я долго в Кишиневе не был, наверное, лет 10, и он так изменился в лучшую сторону. А как выпал снегопад, так вроде какая-то глухая, забитая провинция. Когда рабочие возьмутся за расчистку обочин дорог на Московском проспекте, глава управления городской мобильности нам ответить не смог. Мы ловим график. У нас нет графика. За соответствующую зону должна высказаться и притура этого сектора. В настоящее время Эксдрупа проводит работы по эвакуации снега с территории кольцевых развязок, которые расчищены от снега, в том числе и зон улиц Дачи и Штефан-Челмари. Виталий Михалаки утверждает, что с прошлого понедельника, когда выпал снег, работы по уборке ведутся ежедневно, но своевременно вмешаться не представляется возможным.